Всем привет, уважаемые зрители! Сегодня мы посмотрим строительство Балаклавской марины. Тут произошли определенные изменения, но обо всем по порядку. Готовы 248 и 249 причалы. 247 причал готов на 95%. Закончили погружение трубошпунта на променаде участок 1.1 от склада коньячного завода Шита 1900-1910 года в сторону выхода из бухты и на променаде участок 1.2 еще дальше к выходу из бухты. В работе еще несколько новых участков. Идет погружение трубошпунта на променаде участок 1.3 напротив дачи Апраксина. И участок 1.4 и 1.5 недалеко от мраморного пляжа. Позже мы туда дойдем и все вам покажем. Ведется погружение шпунта нового слипа и причалов 251 и 252. Закончили сооружение плиты пролетного строения нового моста напротив входа в Балаклавский подземный музейный комплекс. Здание административно-бытового корпуса готово на 90%. Там завершены кровельные работы, идет архитектурная отделка здания и внутренняя отделка и монтаж инженерных сетей. Дом пляса демонтирован на 80%. По сути, завершен первый этап демонтажа, когда основные конструкции уже демонтированы, но демонтаж продолжается. Рядом находится дача инженера Завадского, Фата Моргана, и пришлось провести ряд мероприятий по ее защите. Можем видеть строящийся новый мост с уже готовой железобетонной плитой. Сейчас небольшая часть его открыта для движения, ну а дальше мост еще находится в процессе. Ведутся арматурные работы, монолитные работы. На части, то есть переходная плита, на переходе с пролетного строения моста к уже береговой части. Это идет погружение шпунта на слипе. Работают два крана Liebherr LR 1100. Так, мы переместились к дому пляса, точнее к тому, что от него осталось. Схема работы здесь такая. Сверху мини-техника сбрасывает отходы демонтажа вниз, вот сюда, где экскаватор. Ну, экскаватор заблаговременно оттуда выводится, естественно. Ну, а потом, когда внизу накапливается определенное количество этих обломков, то экскаватор их грузит на машины. И все это едет на территорию бывшего завода «Металлист», где сортируется, ну, складируется и сортируется. Металлоконструкции, нарезанные на фрагменты, снимаются автокраном сверху. Вот сейчас как раз мы можем наблюдать процесс погрузки. Работает экскаватор и автокран одновременно грузят каждую свою машину своими грузами.
Так процесс выглядит с противоположного берега бухты. Вот видно мини-погрузчик и мини-экскаватор, который сейчас занимается демонтажом того, что осталось от дома пляса. То есть говорить о том, что дом пляса полностью демонтирован, как минимум преждевременно. Еще вот этот этап последний не завершен. Переместились ближе к выходу из бухты. Так называемый променад. Здесь идет погружение шпунта. Но в данный момент мы можем видеть бурение, то есть извлечение из шпунта грунта. Процесс поэтапный. Сначала происходит бурение, потом до погружения шпунта на определенную величину, потом опять бурение. И так до тех пор, пока шпунт, труба шпунт не достигнет проектной отметки. Вот сейчас мы видим вибропогружатель, которым будут допогружать шпунт, где поработала уже буровая, произвела выемку определенного количества грунта, после чего на эту величину вынутого грунта будет допогружен трубошпунт. Сейчас будет допогружать соседний трубошпунт. Буровая обычно сразу группу шпунтов разбуривает, и потом также краном несколько шпунтов допогружают, потом меняются местами. Можно видеть, как вибрация передается на соседний трубошпунт, и он тоже погружается. Все, до погружения на этом участке завершено. И сейчас надо уступить место буровой, а кран будет отъезжать на стоянку. На соседнем участке сейчас готовится монтаж каркасов в трубошпунт. То есть сначала каркасы будут свариваться, несколько каркасов, потом уже подряд монтироваться. Техника работает достаточно в стесненных условиях. Можете видеть. Естественно, приняты все меры безопасности по защите памятников, которые здесь находятся. Вот слева видно досками закрытые ступени. Ну и блоками ФБС, то есть тут защита конкретная. Ну и строители еще работают максимально осторожно.
Это вот сейчас кран будет заниматься сборкой этих каркасов, сваркой. А потом будет их все вместе погружать по очереди. Буровая поехала на бурение, то есть на место крана становится. То есть вот эти шпунты 35-й, там, которые рядом с ним, наверное, 34-й, которые только что допогружали, он сейчас, буровая, будет в них продолжать бурение. Ну и так цикл будет повторяться. То есть потом опять кран их допогрузит, потом опять буровая будет бурить. И так, пока они не достигнут проектной отметки. Мы с вами переместились к слипу. Здесь сейчас будет погружаться шпунт слипа. То есть этот слип будет необходим для подъема на берег судов. Малых, маломерных судов или яхт. Сейчас берет гидропогружатель. И вот есть шпунт, два шпунта Ларсена, сваренные в короткий профиль. Сейчас их будут погружать. Вот это ближняя к нам и дальняя, это стенки канала, куда будет заходить сюда, ну, оттуда будет поднимать, я так понимаю, таким портальным краном, специальным сюда подъемным. Вот всяких зарубежных, не только зарубежных яхт-клубов. Погружение завершено. Ну, в принципе, на этом наш сегодняшний обзор также завершается. Так вот, прогулялись по стройке. Видим, работа идет. Работа не всегда видимая глазу, но она происходит, и каждый день что-то новое меняется, что-то происходит. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!